если сравнить, например, уровень развития этих технологий в нашей стране и в мире, то здесь мы же видим достаточно приятную тенденцию. Мы, по сути, сейчас ни в чем не уступаем, где-то даже сильно превосходим конкурентов. И это очень заметно, когда мы общаемся с ведущими мировыми консалтинговыми агентствами, например, в McKinsey. И вот наш совместный проект в Сингапуре как раз показал, что решение, например, для промышленного мониторинга станков, оно, это решение давно назрело, оно поможет решить действительно все проблемы, которые сейчас есть на предприятии, в том числе машиностроительных, и мировых аналогов по качеству,